Анна Степановна, быстренько, быстренько, идите сюда. Значит, смотрите, эфир у нас прямой, поэтому всю свою вот эту жуткую, вот эту страшную историю рассказывайте четко, быстро, ясно, понятно? Понятно. Операторы готовы? Готовы. Анна Степановна, мы начинаем. Итак, в эфире передача «Кошмары недели». Мы начинаем наш очередной жуткий репортаж из этой маленькой захламленной квартиры. Ну где тут захламлено-то? Где захламлено-то? Да не мешайте делать сенсацию. Итак, темной, жуткой, беспросветной ночью... Ночь как ночь. И в квартире чистенько. Кстати, знакомьтесь, хозяйка этой квартиры Анна Степановна Бутылкина. Бутылякина, вот туточки, сама лично видела. Не мешайте делать сенсацию. Итак, темной, жуткой, беспросветной ночью. Дорогие друзья, мне действительно страшно об этом рассказывать. И если бы не продукция нашего спонсора, производителя памперсов Чунгачкук «Сухое тело», я бы сейчас просто уплыл из кадра. Неужели вы обдулись, а? Уберите руки. Не мешайте делать сенсацию. Итак, темной, жуткой ночью. Ночь как ночь. Вы бы видели, что у меня творилось во время брачной ночи. О, где был ужас. Жених никакой. Его дружок никакой. Анна Степановна. И срака гостей мужского пола никакие все. Свекровь играет в бутылочку у нас на кровати с баянистом. Значит, баянист был трезвый. Пополам вы чего? Да кто бы трезвость не играл в бутылочку. Анна Степановна, соберитесь. Я готова. А куда? Соберитесь. Ну что вы улыбитесь-то? Ну сделайте испуганное лицо. Еще, еще, еще. Мама дорогая. Отмотайте назад. Оставьте так. Беременную немедленно уйдите от телевизора. Я продолжаю свой душераздирающий репортаж. Именно здесь, среди ночи, Анна Степановна Бутылкина... Бутылякина! ...встретила снежного человека. Куда вы шли? А была не была. Расскажу, куда я шла. Да. Туда я шла. Куда туда? А то вы не знаете, куда женщины по ночам ходят. Ну, извините. Холодильник и жара покушать. Итак, темной, жуткой, беспросветной ночью в мрачной, захламленной квартире. Ну где тут захламлено-то? Где захламлено-то? У старого, ржавого, пустого холодильника. Что такое говорить-то? Это я нагнетаю. В пыльной прихожей. Ну где пыльный-то? У зеркала. Они встретились. Кто? Кто встретился? Голодная женщина. А, это я. И голодный снежный человек. И если бы не продукция нашего спонсора, а спонсор, напоминаю, производитель памперсов Чингачкук «Сухое тело», это тепло, уют и нежность в каждом организме, я бы сейчас просто уплыл из кадра. Что, опять обдулись, а? Уберите руки. Не мешайте делать сенсацию. Ансман, соберитесь. Я готова. А куда? Соберитесь. Итак, у вас было предчувствие кошмара. А как же, у меня всегда предчувствие кошмара. Сами знаете, живем. Ну да. А перед брачной ночью, у меня знаете, какое было предчувствие? Какое? Ну, это предчувствие, что сейчас произойдет что-то непоправимое. Это вы о чем? Ну, мужчин, вам не понять. Что не понять? Я думала, это будет лучшая брачная ночь в моей жизни. Из всех пяти. Ну и что? Ну то лежим. Анна Степановна. Лежим. Деньги считаем. А, ну да. Оказалось, да. На $300 меньше, чем в прошлый раз. Ух ты. Я на мужика накинулась. Мама дорогая. Через 2 часа он мне отдал 200. Вау. Потом надавила еще 100. И кирдык. Что кирдык? И кирдык. Больше я его не видела. И после этого... Вы встретили снежного человека. Как вас, как вас? Вот тут в зеркале. Это зеркало отражало снежного человека. Мне действительно страшно об этом рассказывать. И если бы не продукция нашего спонсора... Что, опять? Да сколько можно-то? Уберите руки, не мешайте делать сенсацию. Анна Степановна, соберитесь. Я готова, а куда? Соберитесь. Как он выглядел? Маленький, толстенький такой, в бегудях. В каких бегудях? Ну, розовые такие, с резиночками. Слушайте, может, это не бегуди были?
Что же я бигуди никогда не видела? Каждую ночь у них сплю. Очередная жуткая загадка. Итак, Анна Степановна, была ли у него на лице растительность? Не было. Не растительности было. Не было. Плоды растительности были. Да, банан дольками на лбу, маленько раздавленный пусиком. Вам стало страшно? Мы, Бутылякин, не испугливых. А шея? Шея у него была такая. А шеи у него не было. Да без шеи человек жить не может. Ну я живу, смотрите, горло есть, а шеи нет. А ноги? Ноги были? Человечек. Ух ты. Тут троненько вроде, а тут кривоватненько, как у нас с вами. Педикюр. Педикюр. Ага, на правом большом пальце, левой ноги справа, как у меня. Сейчас покажу. А вот это не надо. Ну, а вот это не надо. А телезрители пусть поглядят. Когда за этими ногами бегал вся бригада штукатуров номер 8. Ну и как? Догнали паразиту. Кто потом женился? Анна Степановна, давайте вернемся к снежному человеку. Скажите, это был самец или самочка? Вот сначала подумал, что самец. Самец. А потом разглядел он. О, о, самочка. Ну, самочка, я так и думал. Ну кто же кроме самочки? На ней же рубашечка была ночная. Да. Тут вот ромашки, ромашки. Ромашечки, ромашечки. А где ромашечки? Где ромашечки? Я зато наперед надела. Анна Степановна, что вы делаете? Вы меня режете без ножа. Мужчины не смотреть. Отвернитесь. Мужчины не смотреть. Все, все, я готова. Все, смотри. Вот это. Тут ромашки, ромашки, розовые васильки, васильки. А тут гортензия. Как у меня. Анна Степановна, а как вы думаете, почему самка снежного человека была в ночной рубашке? Так ведь ночь. Вау. Да, потом на ней еще тапочки были. А если на ней были тапочки, а как вы разглядели педикюр? Так ведь пальцы торчали поверх тапочки, как у меня. Пальцы на тапочках. Вот где ужас-то. Ты что, пугай, смотри, чтобы тапочки не спадали, я их сюда большими пальцами придерживаю. Так. Дорогие телезрители, вот это вот. Полная ужаса история произошла именно в этой захламленной... Вот только попробуй! В этой уютной квартире. Вот, вот, вот. Именно здесь Анна Степановна Бутылкина... Бутылякина! ...встретила самку снежного человека. И кто его знает, когда произойдет повторный контакт этих двух милых женщин? Да сегодня произойдет. Она обещала зайти не одна, а с другом. Сейчас сколько времени? Полшестого. Вот полшестого она обещала. Вы хотите сказать, что мы вместе со всеми увидим? Я не могу говорить. Отдохни, я скажу. Вот если бы не спонсор передачи, он бы тут давно наделал. Ой. Пошли в зеркало, закрой глаза. Зачем? Закрой так надо, тут недалеко, соберись. А, я готов, а куда? Тут недалеко, соберись, давай. Смотри, ага. Смотри. Открывай глаза, смотри в зеркало, смотри. Уже стоят, уже пришли. Здрасте, я Аня. А это мой жених, Бутылякин. Кто я? Нет, нет. Не портите знакомство. Мой муж замечательный просто человек. Давайте дружить с семьями. Здрасте. Мама дорогая. Спасибо. Спасибо.